Оба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, если вы здесь впервые. Ну что же, берите какую-нибудь вкусняшку, вы сейчас просто офигеете, что я пью. Царские припасы, смородиновый квас, это просто что-то... интересное и уникальное. Внимание, живой квас! Если в квасе мало газа, оставьте закрытую бутылку в тепле. Квас газируется. Уберите бутылку в холодильник. Если в квасе много... Да, короче, мы тут, блин, Friday Night Funkin, блин, пришли смотреть, да? Как бы они читаем квас, блин. Заколебал уже со своим квасом. Короче, это уникальный квас, ребят. Жалко, вот за рекламку только не платят. Короче, все, мы с тобой начинаем. Модификация очень интересная против всех противников сразу. Это что-то с чем-то. Что же, переходим, ребята, в story мод. Давайте за вас бахну сейчас. И у нас только туториал. На нормале при том. Давай смотреть. Мне очень интересно, что же там будет. Ай, холодненький, хорошенький. Это что-то с чем-то. Как будто морс... Офигеть! Чисто реально все... Так, у нас спама, ребята, нету. Офигеть, они по очереди поют! Офигеть! Офигеть! А Вить, что там у Вити-то делает, блин? Я сразу-то и не приметил. Ну пик это, блин, прикол. Офигеть, и подбит как ложится круто. Да офигеть! Погоди, стой, 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 погоди, стой, блин, стой, ну квас, ты дал мне сил. И забрал их, офигеть, только не с самого начала. Вы хотите сказать, что это реально все нафиг песни? Ну, они, знаешь, замиксованы, так что я думаю, тут минут так три, может, но... Да, блин, против подружки даже приходится нам... Батя... Офигеть, это жестко, ребят! Все, отлично, идем. Так, 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 квас, квас. Капец! У нас 7% хп. Злой дух, даже там. Симпая как бы нет, просто злой дух там. Но Уитти-то, блин, какого черта здесь делает, блин? Да, мы это сделали. Офигеть, это было круто. Ребят, это реально было круто. Надеюсь, тебе понравилось. Ребят, а у меня сейчас просто гениальная мысль в голову пришла. Ты сейчас офигеешь. Ты сейчас просто офигеешь. Значит так, заходим мы сюда. Нажимаем numpad 7.
Так, нормальненько. И тут у нас капец, смотри, сколько всего. Что, если мы Song... А как... Погоди, а как же поменять? Блин, тут нифига их как много. Монстр. В общем, ребят, кое-что я тут потыкал. Давай попробуем так. Ну-ка, что-нибудь изменится вообще? 3, 2, 1. Что? Они типа сейчас за нас будут или как? Это капец какой-то. Погоди. Стоп. А давай добавим еще больше. Мне интересно, что будет, если их куда больше добавить, ребят? Что получится? Ну хорошо. Давай попробуем так. Ну-ка. Что из этого получится? Мне прям интересно экспериментировать, капец. Погоди, Пика на базе стоит. Офигеть. Капец, тут уже чисто настоящая толпа их. Так, ну, ребят, ну, я думаю, надо продолжать добавлять их. Давай прям добавим штук... Не, штук 50 это будет капец, наверное. Вообще, возможно ли это, ребята? Все, попробуем синхронизацию убрать. Мне интересно, что сейчас будет у нас, ребята, 20 противников. Так, что там за каша? Опа. 3, 2, 1. Загрузилось! Капец, там чисто толпа, толпища! Да они друг на друга, блин, там садятся. Фига там, батя, смотри! Офигеть! Так, меняем, попробуем батю, и все, ребята, хорош, блин, таких диких экспериментов. Так, друзья, попробуем против 20-рых батей. Попробуем. Вдруг из этого что-то выйдет, я не знаю, что из этого выйдет. А, ну, тут они... Да, они там добавились, но они, видимо, друг на друга... Один стоит, ничего не говорит. Стоит и молчит. Блин, ну я думал, тут реально 20 их будет. Ладно, ребят, хорош экспериментировать, сам понимаешь. Блин, мы тут что-то увлеклись совсем не тем. Но, блин, хотел посмотреть. Ладно, ребят, ставь лайк, если ты хочешь еще больше экспериментов увидеть. Пик вообще на бате как-то стоит. На этом все. Спасибо тебе огромное за просмотр. Бай-бай, дорогой братишка.